Путь самурая – это поиск смерти. Следует ежедневно размышлять о неизбежности смерти. Каждый день, когда тело и разум самурая пребывают в покое, он должен представлять, как будет пронзен стрелами и копьями, порублен мечами, унесен бурными водами и брошен в испепеляющий огонь. Как поразит его молния, как скончается от болезни или совершит сеппуку, если умрет его хозяин. И каждый день, без исключения, он должен представлять себя мертвым. Вот в чем истинная суть пути самурая. Что это, черт возьми, значит? Это поэзия. Поэзия войны. Фрэнк был одним из нас. Его убийцу нужно ликвидировать. Стереть с лица земли. Его невозможно вычислить. Этот парень профессионал. Связываться с ним очень опасно. Мама говорит, ты ни с кем не разговариваешь, и у тебя нет друзей. Нет, с тобой же я разговариваю. Это мой лучший друг Реймонд. Он говорит только по-французски. А ты понимаешь по-французски? Нет, только по-английски. Понятия не имею, о чем он болтает. Среди истин, высеченных на стене правителя Нао Шига, была такая. К важным делам относись легко. К делам незначительным относись серьезно.